Пешеходный переход через трассу Москва-Санкт-Петербург в микрорайоне Левобережный сдадут в срок. Каждую среду на месте строительства организуют штаб по возведению моста. Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Владимир Слепцов лично контролирует ход работ. Еще две недели назад здесь были только строительный кран и балки, а сегодня над дорогой уже возвышается железная конструкция. Сроки очень короткие, работу нужно выполнить качественно и, самое главное, в срок, поэтому приходится и контролировать, и с коллегами-подрядчиками, и по-хорошему, и по-плохому разговаривать. Все мероприятия, которые мы запланировали, это и переход, и маршруты автобусные, и съезды, и заезды, и подходы, они в процессе будут все выполнены. Естественно, забота сегодня властей – это забота о людях, которые здесь живут. Напомню, жители нескольких домов по улице Совхозной из-за строительства трассы Москва-Санкт-Петербург оказались отрезаны от основной инфраструктуры. Горожане обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. К открытию дороги, а это произойдет в конце декабря, пешеходный переход сдадут, и жители Левобережного смогут беспрепятственно, а главное, безопасно перемещаться из одной части микрорайона в другую.